Донбасс и Крым ушли от Украины. Соцсети о том, как на Украине прозревают патриоты. Виктория Титова, Захар Виноградов, специально для Ukraina.ru. Украинская интеллигенция стала признавать, что государство утратило контроль над своими территориями безвозвратно. Писатель Ян Валетов написал фундаментальный пост в Фейсбуке о том, что произошло за последние 5 лет и какие возможности были упущены. При этом, как обычно, украинский писатель перепутал причины и следствия. Пожалуй, впервые в районе, извините, в стане радикалов прозвучала мысль, что ни мирная, ни военная интеграция Донбасса и Крыма невозможна, о чем, например, Ukraina.ru писала неоднократно. Но раньше эту ясную мысль патриоты не были способны ни осознать, ни трезво оценить, и вдруг осенило. Скажу малоприятную, но совершенно очевидную для меня вещь. В принципе, можно ограничиться 4 словами. Донбасс – все, Крым – все. Звучит непатриотично, но мы же с вами не будем приносить жертву патриотизму реальное положение вещей, правда? А теперь не могу, я теперь не могу говорить, я же говорил, но по факту еще 5 лет назад было совершенно очевидно, что за несколько лет оккупации на территориях подрастет поколение, для которого мы враги, Украина агрессор и так далее. С той стороны линии разграничения зазеркали, населенные народом Донбасса, состоящим из 2 народов, Донецкого и Луганского. Я, когда пишу, сам не верю написанному, и смешно, и грустно, и страшно. Страшно, потому что процесс продолжается. И мы на него никакого влияния за 5 лет не оказывали и оказать не могли. Российская пресса, российское телевидение, российское оружие, российские добровольцы, российские инструкторы, подразделения российской армии, российская валюта. Если это не оккупация, то я Махатма Ганди. 5 лет оккупации, с которой большая часть населения лояльна. Нелояльная часть населения либо уехала, либо рискует попасть в подвал. Школьники, которым гадят в голову, 5 лет. 5 лет – это с 6 по 11 класс. Какого результата мы ждали? Захваченная часть Донбасса может быть возвращена только в результате военных действий. Мирная интеграция МХУ невозможна. Военная сопряжена с многочисленными жертвами с обеих сторон. Несомненно, с уходом российских войск и прекращением помощи РФ сепаратистам – это решаемая военная задача. Но проблема в том, что Россия с Донбасса не уйдет. Отвечать за военные преступления никто не хочет. Донбасс нужен как громоотвод для аннексии Крыма и для создания постоянной зоны напряженности для Украины. Не в интересах РФ отдавать награбленное. Вот всунуть их Украине как автономно – это самое оно. Сохранить политическое влияние, заставив Украину финансировать сепаратистские анклавы – это самое оно. Тем более, что токсичность территории может нанести Украине непоправимый вред. Там уже некого спасать, если говорить глобально. Простите, я считаю, что мирного решения донбасской проблемы нет, а военное решение на настоящий момент невозможно, а в будущем неприемлемо. Простите меня те, кто все еще остался по ту сторону, но я не стал бы давать вам ложную надежду. Разведение войск, миротворцы по линии разграничения. Приднестровский вариант, ничего другого не вижу. И дай нам Бог дожить до варианта хорватского. Теперь о Крыме. Снова рекомендую посмотреть в глаза реальности. Мост проблемы туризма решил. В Крыму полно людей, машин, палаточников. Да, это бедный турист, он готовит на горелке или на кухне, не ходит по кафе и ресторанам, какает в поле, но он есть. Тарханкут забит, Судак забит. Я полагаю, что и в Ялте, Алуште, Алупке тоже все неплохо. И с открытием ЖД-сообщения будет еще лучше. Украденный конь обошелся России дороговато, но возвращать коня никто не собирается. И не соберется. Скажу шепотом. Наша надежда на возрастающее недовольство крымчат несостоятельна. Да, они скрипят от новых порядков, матерят Путина, налоговиков, заборы возле моря. Но сезон есть сезон, никуда не денутся. Возврат Крыма военным путем я не рассматриваю. У меня есть, конечно, фантастические романы, но я не настолько фантаст. И мирного пути не вижу. Совсем не вижу. Вижу проблему на десятилетия. Для моего поколения навсегда. Да и дальше не представляю себе изменения ситуации. Если искать аналог, это Кипр. Многолетняя оккупация, к которой все привыкли. Тысячи наших соотечественников ездят и продолжат ездить в Крым. Постепенно их будет все больше. Болеть перестанет, а море вот оно рядом. Привычно, языкового барьера нет, граница вполне проходима. Нет, на официальном уровне я не вижу ни малейшей возможности для любого из президентов смириться и признать потерю Крыма. Но я не президент, я просто писатель и блогер. Крым для Украины потерян навсегда. Это больно произнести и тяжело осознать, но реальность вообще малоприятная штука.
Мы должны оставаться на прежней политической позиции. Мы потеряли значительную часть территории, и агрессор должен нести за это ответственность. Но я, в принципе, все сказал. Мне было грустно писать об этом, но я уверен, что это необходимо сказать вслух. Надо быть реалистами. Политики говорят то, что должны говорить. Нам проще. Конечно, пост писателя вызвал бурное обсуждение в комментариях. Мнения разделились по географическому признаку. Жители Юго-Востока поддержали мнение автора и признали, что действительность такова. Другая половина обвинила писателя в пораженчестве и отсутствии должного патриотизма. Блогер Макс Бужанский, который был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа», написал в комментариях, что Украина способствовала отдалению жителей Донбасса. Надо было громче кричать про вату, фильтрационные лагеря и так далее, еще сильнее помогать российской пропаганде. Больше фотографировать в 5 утра пустые крымские пляжи и ржать, что сезон провален, вместо того, чтобы смотреть статистику. Тем не менее, в целом ситуация, конечно, очень сложная, но я бы однозначно не списывал Донбасс и даже не заикался бы о подобном. Понятия не имею, как решить вопрос с Крымом, с возвратом Крыма, естественно. Но примеров аналогичных Донбассу море. 5 лет пропаганды – это вообще ни о чем. Секунда. Правильно настроенный телевизор, подкрепленный экономикой и соблюдением законов, занулит все 5 лет за полгода. Считаю так. Прокомментировали мысли писателя Яна Валетова и журналист Наталья Влащенко, но уже на своей странице в Фейсбуке. Вспомнила, Ян, как вы восхищались пропагандой Порошенко, всеми этими истериками насчет ваты, квот и прочих первоочередных мер по разрыву страны. Я не эксперт, хотя у меня есть мнение, как нам вернуть Крым и Донбасс. Начинать надо с душ и голов людей, которые настрадались достаточно. Но больше всего мне бы хотелось политического процесса над людьми, которые сдали Крым и Донбасс, которые выпустили из окружения Гиркина, которые сдавали город за городом, выводили безоружных под пули, как в Иловайске, как кричали, что у нас нет армии, а армия была. Просто наши руководители были трусами и предателями. Я хочу, чтобы страна узнала, как оно было на самом деле, как нас день за днем предавали, прикрываясь погибшими и патриотическими истериками. Тут можно было бы поставить точку, если бы все эти патриотические истерики были бы не только по сути правы, а по сути Валетов и Влащенко правы, потому что поздно пить боржоми, когда Донбасс и Крым отвалились. Но еще были точны в мелочах. А вот в деталях, мелочах у них сплошные натяжки, переходящие в откровенную ложь. Первое. Военные действия с применением вооруженных сил против гражданского населения на территории Донбасса начали не ополченцы, которых они спустя 5 лет все еще называют презрительно ватой, и даже не Россия, а армия Украины по распоряжению тогдашнего, март 2014 года, исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. Уж какая была плохая или хорошая армия, тут вопрос второй. Но начала именно она – стрелять и убивать сограждан в связи с необходимостью наведения конституционного порядка. И как после этого, после пролитой крови дончан-луганцев, украинские патриоты собираются возвращать Донбасс? Второе. В Крыму действительно много проблем, но люди живут в гостиницах, а не в поле. И какают тоже не в поле, а в специально оборудованных для этого местах. Это при Украине какали, там, где пишет об этом Валетов. Потому что за 25 лет независимости Украина грабила Крым, не вкладывая туда ничего. При этом Крым ежегодно давал Украине за счет РФ, в виде арендной платы за пребывание Черноморского флота РФ, 100 миллионов долларов. А не получал из Киева ничего, все деньги оседали в столице и там же благополучно разворовывались. И как-то этот совершенно определенный факт экономики не беспокоил патриотов ни тогда, ни тем более теперь. А Россия уже за 5 лет вложила в полуостров миллиарды, только мост обошелся в 3 миллиарда долларов. А, например, в медицинское обслуживание РФ внесла за 5 лет в 22 раза больше, чем до этого вложила Украина за 25 лет независимости. Третье. Первая бомбардировка Луганска совершена была не Гиркиным, а авиацией Украины, нанесшей бомбовый удар по областному центру 2 июня 2014 года, то есть через неделю после избрания президентом Порошенко, отдавшего приказ вооруженным силам Украины ВСУ до своей инаугурации, назначенной на 7 июня 2014 года, захватить Донецк и Луганск. Дело не в том даже, что не захватили и не захватят, дело в другом. Стоит ли удивляться после этого бомбового удара использование градов для обстрелов Донецка и других городов ДНР и ЛНР, что бывшие граждане Украины десятками тысяч, оставаясь жителями Донбасса добровольно, без всякой пропаганды, принимают российское
русское гражданство, отказываясь от украинского, а еще сотни тысяч ожидают этого оформления. Четвертое. Ну, а про украденного коня это точно фантастика, а не история, в соответствии с которой не государство Украина осваивало Крым. Тогда и государства такого не было, а Российская империя. Впрочем, это действительно уже совсем другая история, абсолютно недоступная для понимания украинской патриотической общественностью. А так да, Крым все, Донбасс все, чего добивались, на то и нарвались. Виктория Титова, Захар Виноградов, специально для Украина.ру. Донбасс и Крым ушли от Украины. Соцсети о том, как на Украине прозревают патриоты.